16 декабря 2020 года мы приступили к стройке, то есть здесь не было вообще ничего, зашли рабочие. И, в общем-то, сегодня мы имеем практически 60-65% подготовки наших помещений, да, к будущему приему детей. Мы идем в графике, даже немножко с опережением. То есть вот данное помещение к 1 мая 2021 года будет готово. Помещение, в котором занимается группа до 15 ребят, самое современное оборудование, самые мощные компьютеры, которые здесь будут располагаться, помогают решить фактически любые кейсы по данному направлению. И техника, она будет, мы надеемся, что она будет действительно использоваться от звонка до звонка и во внеурочное время в рамках дополнительных активностей IT-куба.